помню, что Эрли называл себя гуманистом, потому что выступил против закрытия подобных клубов. Наверное, 80% его танцовщиц вышли из лаборатории близнецов. Они были настоящим шедевром. Сколько вам лет? Если вы ответите на мои вопросы, то, может быть, я удивлю вас. Сколько вам лет? Эй, Ханой, где Эрли? Очень толстая. Ты мог бы сделать лучше. Да, это правда. Эрли тащит за собой всех китайцев. Эрли ждет меня. У тебя нет разрешения и ордера на арест. Эрли ждет меня. У тебя... Это зал VIP. Ну надо же, меня так зовут. Ты рискуешь, парень. Что ты в этом роде, Маккой? У меня нет времени для тебя. Эрли ждет меня. У тебя... У тебя нет разрешения и ордера на арест. Эрли ждет. У тебя? Что ты в этом роде, Маккой? У меня нет времени для тебя. Эй! Маккой, да? Ну что-то мы часто встречаемся. Хочешь автограф? Не отказывайся. Кто знает, может быть, они будут стоить кучу баксов когда-нибудь. У меня перехватило дыхание от счастья. Я задам тебе пару вопросов. А, ты ничего не нашел лучшего, чем отрывать людей от дел идиотскими вопросами. Сделай это быстро, ладно? Ценю твое терпение. Навряд ли у меня может быть что-то общего с людьми твоего круга. Под моим кругом ты подразумеваешь действительно талантливых людей, вроде той женщины. Вы слышали, что с ней случилось? Она в бессрочном отпуске. Вот именно. Ее отправил в отставку бегущий по лезвию. Она была репликантом? Между нами я много чего слышу и вижу. Я вас насквозь вижу, так что лучше убирайся отсюда. Вот как? Послушай, может быть, я и поболтал бы с тобой, но мне надо работать. Сегодня вечером. Отрешитесь от своих проблем. Отдых полезен для здоровья. Кстати, вы помните тот старый анекдот? Доктор звонит своему пациенту. У меня есть плохая и очень плохая новость. Плохая новость — это то, что тебе осталось жить 24 часа. Что же может быть хуже смерти, удивляется тот. Дело в том, что я понял это вчера, отвечает доктор. Именно это и происходит с репликантами. Только вчера они прекрасно справлялись со своей работой. А сегодня им вынесен приговор. Только отставка. Мне кажется, я вижу среди публики одного из виновников ситуации. Давайте посмотрим на него. Точно. Это один из ребят отряда «Бегущих по лезвию».
один из лучших полицейских, Рэй Маккой. Давайте поаплодируем ему. Он защищает нас, господа. Но он может заподозрить, что любой из вас репликант, и тогда пристрелит вас, как последнего бродягу. Хорошая работка, а, детектив? Не надо иронизировать. А как насчет тебя самого? Ты уверен в себе? У меня есть друзья, которые тебя знают. Ты врешь. Помню, что Эрли называл себя гуманистом. Наверное, 80%. Они были настоящим шедевром. Эй, Хат. Очень. Ты мог бы... Да, это правда. Эрли ждет меня. У тебя нет разрешения и ордера на арест. Эй! Могу... Некто... У меня за... А, сделай это. Ценю то. Навряд ли... Под моим круг. Вы слышали, что с... Она в бес... Вот именно. Она была... Между нами. Я вас... Вот как? Послушай. Сегодня вечером. Отрешитесь от своих проблем. Отдых полезен для здоровья. Кстати, вы помните тот старый анекдот? Доктор звонит своему пациенту. У меня есть плохая и очень плохая новость. Плохая новость — это то, что тебе осталось жить 24 часа. Что же может быть хуже смерти, удивляется тот. Дело в том, что я понял это вчера, отвечает доктор. Именно это и происходит с репликантами. Только вчера они прекрасно справлялись со своей работой. А сегодня им вынесен приговор. Только отставка. Мне кажется, я вижу среди публики одного из виновников ситуации. Давайте посмотрим на него. Точно. Это один из ребят отряда «Бегущих по лезвию». Один из лучших полицейских, Рэй Маккой. Давайте поаплодируем ему. Он защищает нас, господа. Но он может заподозрить, что любой из вас репликант, и тогда пристрелит вас, как последнего бродягу. Хорошая работка, а, детектив? Не надо иронизировать. А как насчет тебя самого? Ты уверен в себе? У меня есть друзья, которые тебя знают. Ты врешь.
Эрли ждет меня. У тебя нет разрешения? Это зал... Ну надо. Ты рискуешь? У тебя... Отрешитесь от своих проблем! Отдых полезен для здоровья! Кстати, вы помните тот старый анекдот? Доктор звонит своему пациенту. У меня есть плохая и очень плохая новость. Плохая новость — это то, что тебе осталось жить 24 часа. Что же может быть хуже смерти, удивляется тот. Дело в том, что я понял это вчера, отвечает доктор. Именно это и происходит с репликантами. Только вчера они прекрасно справлялись со своей работой. А сегодня им вынесен приговор. Только отставка. Мне кажется, я вижу среди публики одного из виновников ситуации. Давайте посмотрим на него. Точно. Это один из ребят отряда «Бегущих по лезвию». Один из лучших полицейских — Рэй Маккой. Давайте поаплодируем ему. Он защищает нас, господа. Но он может заподозрить, что любой из вас репликант, и тогда пристрелит вас, как последнего бродягу. Хорошая работка, а, детектив? Не надо иронизировать. А как насчет тебя самого? Ты уверен в себе? У меня есть друзья, которые тебя знают. Ты врешь. Эрли ждет меня. У тебя нет разрешения и ордера на арест. Отрешитесь от своих проблем! Отдых полезен для здоровья. Кстати, вы помните тот старый анекдот? Доктор звонит своему пациенту. У меня есть плохая и очень плохая новость. Плохая новость — это то, что тебе осталось жить 24 часа. Что же может быть хуже смерти, удивляется тот. Дело в том, что я понял это вчера, отвечает доктор. Именно это и происходит с репликантами. Только вчера они прекрасно справлялись со своей работой. А сегодня им вынесен приговор. Только отставка. Мне кажется, я вижу среди публики одного из виновников ситуации. Давайте посмотрим на него. Точно. Один из лучших полицейских — Рэй Маккой. Давайте поаплодируем ему. Он защищает нас, господа. Но он может заподозрить, что любой из вас репликант, и тогда пристрелит вас, как последнего бродягу. Хорошая работка, а, детектив? Не надо иронизировать. А как насчет тебя самого? Ты уверен в себе? У меня есть друзья, которые тебя знают. Ты врешь. Черт. Черт. А сегодня им вынесен приговор. Только отставка. Мне кажется, я вижу среди публики одного из виновников ситуации. Давайте посмотрим на него. Точно.
Это один из ребят отряда «Бегущих по лезвию». Один из лучших полицейских – Рэй Маккой. Давайте поаплодируем ему. Он защищает нас, господа. Но он может заподозрить, что любой из вас репликант, и тогда пристрелит вас, как последнего бродягу. Хорошая работка, а, детектив? Не надо иронизировать. А как насчет тебя самого? Ты уверен в себе? У меня есть друзья, которые тебя знают. Ты врешь. Черт. А сегодня им вынесен приговор. Только отставка. Мне кажется, я вижу среди публики одного из виновников ситуации. Давайте посмотрим на него. Точно. Это один из ребят отряда «Бегущих по лезвию». Один из лучших полицейских – Рэй Маккой. Давайте поаплодируем ему. Он защищает нас, господа. Но он может заподозрить, что любой из вас репликант, и тогда пристрелит вас, как последнего бродягу. Хорошая работка, а, детектив? Не надо иронизировать. А как насчет тебя самого? Ты уверен в себе? У меня есть друзья, которые тебя знают. Ты врешь. А сегодня им вынесен приговор. Только отставка. Мне кажется, я вижу среди публики одного из виновников ситуации. Давайте посмотрим на него. Точно. Это один из ребят отряда «Бегущих по лезвию». Один из лучших полицейских – Рэй Маккой. Давайте поаплодируем ему. Он защищает нас, господа. Но он может заподозрить, что любой... Хорошая работка, а, детектив? Не надо иронизировать. А как насчет тебя самого? Ты уверен в себе? У меня есть друзья, которые тебя знают. Ты врешь.
Ugh!